Доброй традицией стало проведение в Славянске на Кубани престижных соревнований краевого уровня. Большой интерес у любителей спорта вызвало первенство Южного федерального округа по боксу среди юношей и юниоров. В спортивный комплекс «Лидер» приехали 242 юных мастера кожаной перчатки в возрасте 15, 16 и 17, 18 лет из всех 8 регионов Южного федерального округа. Боксеры из Республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также из города Севастополя поборются за лидерство в 10 весовых категориях. На торжественном открытии первенства его участников тепло приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Хотел бы выразить вам слова благодарности и признательности, дорогие ребята, что вы занимаетесь таким видом спорта. Один из мужественных, один из нужных видов спорта. Я хотел бы сказать, что в Славянском районе бокс является одним из видов спорта, который прославляет Славянский район. У нас есть чемпион мира по боксу среди Водопья. И вот благодаря губернатору Краснодарского края, законодательному собранию Краснодарского края у нас сделан проект и будет свой зал бокса. Григорий Литовка пожелал юным мастерам кожаной перчатки новых спортивных побед. Представители Федерации бокса Южного федерального округа высоко оценили уровень проведения первенства в нашем городе. Эти соревнования очень важны для развития спортсменов. Без соревнований не будет и подготовки. Только в соревнованиях мы можем отобрать лучших. Потому что бои, вот вы если будете смотреть бои, они где-то ровно идут. И очень сложно определить победителя. Поэтому вокруг ринга находятся 5 судей боковых. 6-й находится в ринге, рефери. Только в соревновательных условиях можно отобрать сильнейшего. И это стимул для движения дальше, становиться разрядником, становиться кандидатом в мастера спорта, мастером спорта и так далее, и так далее. Участвовать всех других международных соревнований, чемпионатов Европы, мира. Юные боксеры из города-героя Севастополя готовились к этим соревнованиям задолго до их начала и настроены на серьезную борьбу. Юношеский бокс в Севастополе как бы очень сильно развит. У нас есть 2 победителя первенства Европы по юношам в Болгарии. Эти ребята приехали на первенство Южного федерального округа, где мы планируем взять путевки на первенство России. Подготовка на первенство Южного федерального округа у нас началась еще с января месяца. То есть провели первенство города, отобрали юношескую и юниорскую команду. В числе участников первенства 5 славянских спортсменов, воспитанников спортшколы «Триумф». Они хорошо подготовлены к соревнованиям и надеются выступить успешно. Соперничество здесь, конечно, очень серьезное. Бои, которые будут идти до 26 марта, вызывают всеобщий интерес. В конце концов, победят сильнейшие. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».